Вот уже пятое предприятие в городе Щелково проходит диспансеризацию без отрыва от производства. Начиная с июня этого года мобильная бригада для скрининг-диагностики работает в Щелковском районе. Совместный проект реализуют сотрудники районной больницы номер 1 и городской стоматологической поликлиники. В этот раз проверить свое здоровье могли работники предприятия «Теплоцентраль». Мы все понимаем, что попасть в поликлинику и пройти элементарные обследования довольно-таки сложно, поскольку все мы люди работающие. Для этого принято решение нашей администрации о выезде на предприятие. Приглашаю всех очень серьезно, ответственно отнестись к сегодняшнему мероприятию. С пониманием отнестись к тем вопросам, требованиям медицинских работников, которые будут работать здесь в кабинетах, ну и полностью пройти сегодня эту процедуру. Врачи отмечают, своевременная диспансеризация в первую очередь направлена на то, чтобы предотвратить рост числа заболеваний среди молодежи и населения среднего возраста, людей, которым сложно найти время для посещения поликлиники. В программу диагностики, как обычно, вошли такие анализы, как измерение артериального давления, холестерина и глюкозы крови, а также ЭКГ и скрининговое обследование полости рта на выявление онкологических заболеваний. Однако в этот раз, учитывая осеннее время, старт повышенного порога заболеваемости, врачи также включили в программу прививки от гриппа, отметив, что вакцину используют эффективную, отечественную. Я считаю, что это очень полезно, очень необычно. Благодаря этому проекту есть возможность у наших сотрудников проверить свое здоровье. Сейчас вопрос профилактики заболеваний обсуждается на федеральном уровне. Мособлдума внесла инициативу по обязательному выделению работодателями одного дня для диспансеризации. Совместно с такой мерой проект скрининговой диагностики поможет жителям сохранить свое здоровье. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».